Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, откроем сундук. Зимние шины, прыжки. Так, бесплатный. Магнит, ускоритель. Понятно. Так, новые задания. Проехать на спортивном автомобиле. О, на мотоцикле. Маневры. Так, всем привет. Всем привет. В такое время, да? Всем привет. Без 26 утра. Всем привет, ё-моё. Так, друзья, ну что? У нас сегодня должно быть 33 тысячи кубков. Я, по крайней мере, постараюсь их взять. Постараюсь взять их в ближайшее время. Так, раскраску я менять не буду. А сделаю-ка я, наверное, вид. Так, это было, это было. Это непонятно вообще, что такое, что это за чучело. Миучело у нас такое. Так, робот. Не очень мне хочется. Такой тоже не особо нравится мне. Клоун, идиот, не пойдет. Давай вот это возьмем. Морковника, так скажем. Все, я поехал. Пускай у нас будет морковник. Фига себе, Захи влупил. А, так у него еще... Стоп. Это как же у него так получилось-то, а? Скажите-ка мне на милость. На таких скоростях он еще успевал притормозить? На попрыгульках? Перевернись, голубчик. Чё ж ты не перевернулся-то, засранец несчастный, а? Нормально, крышу сорвало. Это только нам в плюс, потому что мы с тобой быстрее ехать будем. Опачки. Шикарно. А у нас с тобой улетел. Хе-хе, а этот последним приехал. Ты видел, как? Как мы его обставили, как сосунка. Так, ну здесь, походу, дел. Воу! Понял, ребята, он по верхушкам поехал. Он поехал по верхушкам. Так. Ты серьезно? Он поехал по верхушкам, разбился. В мясо причем. Просто в мясо. Тем самым отдав мне преимущество. И последняя гонка. Интересно, он опять рискнет? Он неугомонный какой-то, посмотри. А здесь же, здесь, да, ребят, здесь только по низинкам надо. Тут только по низиночкам. Опа, смотри, сзади, сзади, сзади хвост. Друзья, сзади хвост. Вот этот прыжок нафиг бы нужен такой здоровый. Все. Я выполнил свою миссию. Я молодец, я красавец. Здесь забираем с тобой магнит. Ты смотри-ка. Какая работа, бра, бро. Я болею. Извините, что с большой буквы, что-то я не отключил капсю тут. Ну что, приступаем к развлечениям. А знаешь, мне кажется, почему у меня еще, ребят, давление поднял? Я же очень любил много пить кофе. Ну, вы, наверное, заметили, что практически всегда, когда я сижу за компом, я всегда пил кофе. Может быть, из-за этого, кстати, тоже давление очень сильно поднялось. Теперь я вот сижу на таблетках стимулирующих, или как они это называют, которые стабилизируют мне давление. Так, ну что, ладно, поехали дальше. Так, только не разбейся, отлично. Да что ж ты так, что ж ты так. Так, вот здесь мы не будем с тобой набирать скорость, она нам не нужна. И здесь, в принципе, тоже как бы не нужна была бы. И здесь тоже. Поэтому едем аккуратно. Здесь можно уже и вылететь. Вот это мне понравилось. Только меня могут переплюнуть, но никто не успел. Фух, и последняя гонка. На развлекухах. На развлекухах. Смотри, 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 как я идеально ехал на заднем колесе. Так. Ой-ой-ой. Кто-то не вписался. У кого-то не получилось, друзья мои, взять
высоточку. А у меня все идеально просто вышло. Прикинь? Все просто великолепно. Я этому рад. Так, что там у нас такое? Так, Рейд, здоров, здоров. Блин, ребят, вы что? Я думал, вы все спите. Прости, забыл что-то на больничном. Рей, когда возьмешь 33 кубков, зайди в события, тебе там... В тебя там красным горит. В событиях. Красным горит. Ты о чем? Просто я что-то не видел, что там что-то красным. В событиях. А, вот здесь ты имеешь в виду? А что тут красным горит? А вот это-то что ли? Так это... Это ерунда. Это просто там показывают статистику. Ё-моё, ты посмотри, смотри, 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 смотри. Ах ты, японская морда, а. Да ты глянь, он и тут проехал, а. Лети в анус. Извините, ребят, за ругательство. Хотя это не ругательство. Это его призвание. Блин, мы с ним вдвоем только выжили, прикиньте всех. Сейчас посмотрим, как он во втором матче выиграет. Приборзел, я смотрю, совсем парень в корень. Так, что-то у нас тут только спорткары, я смотрю. То есть раллийные автошки. Давай вот здесь перелетим. Опа! Нежно и сочно мы пришли на финиш. Все, друзья мои. А, у нас еще гонка. Твою налево. Как ястреб называется. Гонка называется как ястреб. Ну, давай покажем, кто тут ястреб. Блин, сейчас как картошка упал. О-о-о. Тьфу ты! Я думал, там опять спуск. Ну, ребят, опять. Ролички! Радости вы мои. Пошли бы вы лесом все, а? Ей-богу, говорю, пошли бы вы лесом все. Дайте папе выиграть. Папа же достоин первого места. Как тебе, а? Как ястребок. Просто как ястребок пролетел. Так, ребят, фабричный кубок. Ну что, будем выпендриваться? Слушай, какой мотоцикл? Вот на этом мотоцикле? Не, ну я не проеду на нем. Ребят, это... Это нереально на том мотоцикле проехать сколько-то там. А чё скорость такая? Эй! Чё-то я не понял, ребят. То еле-еле начал разгоняться тачка. Не знаю, в чем проблема там была. Сейчас, конечно, изумительно поехали. Прижимнуху надо, еще раз говорю, качать. Без прижимнухи здесь делать нечего. Перед очень сильно закидывает. Особенно, ребят, если ты попадаешь на зеленую. Поэтому мне приходится в то же время... Как бы и первое место брать, и в то же время на перегазовке ехать. Опа, опа, опа. Это что еще тут за хмырью лезет? Ему здесь было попроще, конечно. Но папа делает свое дело. Папа красавчик. Перевернуть рычаг. Куда ты? Да что с тобой, Рэй? Ну, ё-моё, ну... Чё-то не знаю, ребят, что случилось с машиной. Вообще из-под контроля вышла просто-напросто. И никак её нельзя было стабилизировать. Крылья. Так, амортизаторы прыжков 130. У нас... Так, столичный кубок. Столичный кубок я тоже попробую проехать на мотоцикле, на байке. Так, ну ты видишь, да, кто у меня тут... Ты посмотри, а? Ой-о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 й! Парень, тебе повезло, ты... Нет, ты не в рубашке родился. Твою налево, там вообще было черкашов, ты видел? Так, я помню этот. Это что? Вот здесь, ребят, все, начинается, короче. Ну, все.
Я в шоке от этого мотоцикла, блин. Да что ты? Ну как можно тут ехать-то? Ну ёп... Пипец. Она не может встать на колесо, понимаешь? Её болтыхает, как чмошницу, блин. Короче, в следующей гонке я брать сюда не буду мотоцикл. Это полный бред, ребят. Даже мотоциклиста, ой, мотоциклиста этого вшивого не можем обогнать. Я в шоке. Меня здесь вообще нету. Я отъезжаю назад. Куда ты? Что ты делаешь? Ёпрасете, блин, ребят. Ну это вообще... дебилизм. Ё-моё, я что сделал? Дрите на корень, а? На байке поехал. В горах. Мама моя родная, что сейчас будет-то? Вот что будет. А тут я вообще, ребят, не знаю, если честно, как делать. Это просто заведомо сразу ты трупик. Тут вниз, понятное дело. Оу! Блин! Долбой! Ой, да. Если бы ты знал, если бы ты знал, какие сейчас у меня слова бы полетели бы, у всех бы уши бы просто бы отсохли бы на месте бы просто, ребят, отсохли бы на месте. Я просто сдерживаюсь из последних сил, блин, свой гнев. Что опять не так пошло с моей машиной? Ну что опять не так тебе? Что тебе надо, идиотина ты, блин? Ну что тебе, ну пипец, просто пипец, ребята. Она не хочет их дерьмо какое-то выстраивать здесь, понимаешь? Свои вот эти вот понторезы свои. Вон там чувак долетался. Интересно, он заехал, я нет. Причем одинаково все сделали. Молодцы. Лучше, блин, не придумаешь, блин. Я тебе говорю... Все пошло из-за того, что ты байк вшивый взял, блин. Все из-за него, блин. Все, опять разнервничался, опять давление поднялось, блин, сейчас. Мне нельзя, ребят, уже в такие игры, по-моему, играть. Мне так кажется. Потому что уже, ну, очень сильно они на меня действуют. Слишком... слишком эмоционально, так скажем. Какое место-то хоть? Второе. Чуть-чуть продвинулся. Чуть-чуть. А я говорил, что я сегодня возьму 33 тысячи кубков на одном забеге. Блин, лучше вообще ничего не говорить. Молчи в тряпочку, и все. Как будет, так и будет. Нет, блин, вперед, батьки, ляпнешь что-нибудь. Потом сидишь, думаешь, нафиг я это сказал вообще. Куда там? Чего мы сейчас приземляемся? Нормально. Это вот вообще практически, ребят, не срабатывает, я заметил, у меня супер это ускорение. Как... вообще не понимаю, когда оно срабатывает. Нету какой-то определенной ясности, что вот сейчас оно сработает. Или когда-то там сработает. Давай вниз уже едь, дубина, блин. Отлично. Фух. Прекрасно. Прекрасней некуда. Я вниз. Только не перевернись, пожалуйста. Крокодилы. Мы обгоним хоть этих двух-то. Баги, вали нафиг. Нет, баги не получилось. Ну ладно, в любом случае первое место. В любом случае. Хоть приду к месту-то. Фиг там. Что-то в команде пишут. Так, у тебя цифрочка в событии. Поздравляю, удачной игры. Спасибо, ребят. То, что там моргает, это фигня. Не обращайте внимания.
Когда новые события происходят, там начинает моргать. Вот, вот неужели вот он на байке, вот на байке сейчас проедет, а? Вот ты посмотри, вот 100% у него прижимуха прокачана. Его не мотыляет, как мой байк. Его не переворачивает. Видишь, он едет спокойно. А у меня, блин, мой байк, я не знаю, ребята, как... Во время штурма, блин. Есть. Сделал я этот байк, это круто. Блин, а вот здесь, конечно, да. Так, вниз, это вниз спуск или что это? Это опять подкол. Ну давай ты твою ж налево, блин. Хорош. Замечательно. Я тебе даже скажу, the best-овски идем. Опа. И дома. Давай, 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 давай. 3-3-4-1, блин. Так, это я помню. До свидания, блин, придурок. Ой. Есть, нормально, тут тоже там споткнулся. Так ему и надо. Будет знать, как с папой соревноваться. Не-не-не, вытянул. Ой, хорошо. Хорошо, все будет хорошо. Кубок ледника, ребята, два этапа. Так, если я не ошибаюсь, то здесь, именно вот на первом этапе, нам лучше ехать понизу. Лучше я пойду нафиг понизу. Проеду там спокойно, надеюсь. Проехал, твою налево. Так, я поехал понизу. Оу! Трындец, я уже думал, что все, сейчас хана мандрыга будет. Смотри, обогнал этого. Нифига, я же говорил, понизу даже выгодно. Но там, ребята, опасно. Там, если ты, не дай бог, упадешь в эту фигню, на мостик на это не попадешь, на островочек, то все, тебе сразу же кирдык. Так, а вот здесь вот. Ну, ёпрости, ну что это? Ну что это сейчас было? Опа, я попал. А как МК обделалась. Вот так вот. На ребятулечки. Как МК просто обделалась там. Опа! Это. Снегоход обделался на месте тоже. Прямо перед финишем. Трэш. Я его просто перед финишем, ребята. Как квазимодочку. Ну что, поехали, попробуем. Не надо. Ну конечно, ну конечно же, ребят, ну. Ё-моё, вот это вообще такого не ожидал, ребят. Просто. Сфига так получилось-то? Да. Это, конечно, было фиаско. Это было фиаско, друзья. Так нелепо просто. Ой-ой-ой-ой-ой, давай тогда сюда, а? Так, там еще второй домик, да? Тихо, аккуратно. Так, с домиками прошли, все. Ага, прошли, еще домик. На тебе. Просто как уточка влетел. Блин, а здесь горы. Ну, понятно, что этот... Этому будет проще, как его звать-то? Скажи, я скажу. А может быть, не будет проще. Бесит меня вот это вот.
Слушай, ну, по-моему, нормально идем. Да. Четко. Четко-чечетко. Эй, знаешь, почему твой байк закидывает? Прижимнухи нет. Вот и закидывает. Так, ребят, кубок застойный. Кубок застойный, или как я его называю, кубок отстойный. Поехали. Блин, время позднее, я еще хотел... Ну, конечно, ну, конечно. А кого там, кого-то размазало, прикинь. Так вот, я что хотел... Ой-ой-ой. Что, вытянем? Вытянули. Что хотел сказать, я уже забыл, блин. Что-то хотел сказать и забыл. Блин, с головы вылетело. Просто вылетел из головы. Ну, чувак, короче, на крокодилах нормально там попался. Так, рейсер попал. Ну, вот это называется маразм полный. Так, у него 6 баллов. У меня всего лишь... Че, 3? У него 6, у меня 3? А, ну правильно, я там занял-то какое третье место, по ходу дела. Ну давай уже лети ты, ёпперсете, блин. Нормально, 6. Ну, второе место хотя бы. И опять шахтеры, эти лезут. А, все, вспомнил. Я еще сегодня хотел, ребята, поиграть... Драконы всадники Олуха, но, видимо, не судьба, потому что 6 часов утра уже, ну куда? Я еще не спал, блин, то сейчас спать лягу. А мне завтра на комиссию. Ну, не на комиссию, а на прием. Так что, как бы, не получится. Я, правда, не знаю, сколько у нас там еще осталось дней до конца события. Если честно. И вот она надо пройти. А то, получается, мы зря с тобой, что ли, 2 дня тратили на прохождение события. Так, спок, 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 спок. Ну все, тут понятно, да? Первое место за мной будет. Тут видно, что мы никому просто не уступили. Просто никому. Так, что там опять пишут? Всем привет, 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 привет. Привет, Билл. Так, ну что, у нас кубок Сумрачной долины. До дыр уже заезженный, так скажем, этот кубок. Что это за лепрекон корону на себя напялил? Тут не только лепрекон, тут еще и эти едут. Давай вниз. Вот если бы я не сбросил бы скорость, мы бы нормально выехали. Так, кто там Мицкий? Мицкий? Мицний? Что за Мицний? Польша, что ли, это? Мицний. Шрёдер. Бюгетти. Так, тихо. Ты куда ты летишь-то, дурдемар, а? Да не лети ты никуда, едь ты спокойно, твою налево. Что ты творишь, блин? Я офигею, ребят. Я офигею с этого дурелома, блин. Просто. Нахрена он едет туда, куда не надо, блин? Нафига ты скорость набираешь там, где не нужно, блин? Давай, 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 давай. Так. Так. Сюдашеньки. Ну все, нормально. Так, и еще надо... А, все, тут больше нет гонок. Так, день гонок, ребят, день гонок. Ну что, рискнем? День гонок. Сейчас, по-моему, дорискуюсь.
Слушай, я забыл, что это за трасса, если честно. Что это за трасса и с чем ее едят? Нормально, первое место. Первая гонка за нами, отлично. Обставили там всяких бунтарей, лохмандей и тому подобное. Шикардос, тихо. Вот тут вот спокойненько проедь мне, пожалуйста. Просто аккуратненько, спокойненько проедь. А дальше что хочешь делай. А дальше что хочешь там делай. Не вздумай. Уже готов был перевернуться, да? Ну и последняя у нас гонка. Нормально, шпарим. А представляешь, ему крылья еще поставить? Жалко, ячейки у нас нет под крылья. А так было бы прикольно. Все, ребят, сделал здесь. Так, родила в прижимнухе. Ты ее унизь до единицы. И посмотри на результат везде. У нас, кстати, мы 23 этих переплюнули, ребята. У нас 24 уже сундука. Ну, не сундука, 24 номер сундука. Так, кубок лесов. Кубок лесов. Уменьшить прижимнуху до ноля. То есть вообще ее не качать, что ли? Я думал, мне наоборот надо качать ее. Интересно. Надо глянуть будет. А то я наоборот думал, что ее нужно прокачивать прижимную. А если ее не нужно прокачивать. О, так тут вообще быстро что-то мы. Чу-чу-чу-чу. И уже на финише. Такс. Ну, и чё? Да ничего. Калач через плечо, да? Нормально. Вот здесь мне понравилось. Здесь прям вообще безнапряжно. Знаешь, как в сказке. Зимний кубок. Ну давай, снеговик, твоя трасса. Фига они там втопили. Два ухаря. Давай, 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 давай. Есть. Всех их на кукан. Всех на пассатижи. Куда лечу? Чего хочу? Непонятно. Артём! И вали-ка нафиг, а? Артём. Американец, к тому же. Плешивый. Поехали. Так, тихо. Тихо. Тихо, сопляжу и. Боимся папочку. Папа на дороге. Должны все стоять по стойке смирно. Нормально. Ну что, ребят, 33 тысячи кубков уже, как говорится, вот-вот рукой подать, лишь бы не сфейлиться. Опять, лишь бы, блин, не встрять. Так, что, понизу поедем, как обычно, или что? Наверное, понизу, ребят, я поеду. Не хочу я там. Да это что ты, блин, дебилизм? У меня нет слов, ребят. Просто нет слов, блин. Я собирался вниз. Какого хрена ее прижало к потолку, блин? Да мне плевать, что там поток ветра, блин. Я был уже давно, блин, за потоком ветра, блин. Ну, я говорю, это как специально. Все, там остается тебе рукой подать. Начинаются вот эти вот дебильные выкрутасы, блин. Неоправданные, так скажем. Иди нафиг. Гуляй.
Лизит тоже тут. Ханыга, прищелыга. Бандерлог, ё-моё. Ну куда ты лезешь-то? Куда ты вот лезешь, попкорн, блин, недобитый, а? Так. Есть! Хорошечно, прям хорошечно вырвали. Прям так хорошечно дали, дроздаем всем. Так опять этот ханыган лезет, а? Достал он меня уже, серьезно тебе говорю. Коровы, не бесите меня, а? Просто меня не бесите. Есть. И тут мы всем утерли нос. Ну что, у нас последняя гонка. Как думаешь? Затащим? Слушай, этот говнорез не отстает от меня. Нормально все. Фчух, отлично. Только первые места. Но это я вернусь обратно на свою позицию. Блин, глубоководное погружение. Ну что, поехали, друзья. Давно мы с вами не плавали в глубоководочке. Пора бы. О-о-о-о-о. Угу. Я тебе говорю. Все проезжают, кроме меня. Все, ребят. Опа. Только не врежься. Ага, он поверху поехал. Да мне пофиг, что он там поехал поверху, мне по барабану. А вот это уже плохо. Смотри, как получается у нас. Я вниз. Нубло. Где ты там, Нубас? Я не вижу, он же был здесь где-то. Мухана, походу, дела. Щеглазадый. Такой там ехал, хотел папу на... На этом. Как сказать-то тебе? Ну, короче, сделать папу хотел, но, видишь, ничего не получилось у него, у засранца несчастного. Перед самым финишем, считай, обделался по крупняку. Нормалек. Нормалек здесь мы с тобой сделали. Так, тут еще всякие формулы, я смотрю, Феррари, формулы успеха или формулы... Почему мне эта игра вот... На ругательство какие-то в этот провоцирует. Я никак не могу понять. У меня с ней одни ругательства получается какие-то. Кого-то оскорбить или еще что-нибудь. Че она меня так выводит на эмоции-то, а? Я не понимаю вот этого. Ну тут прям папа дал. Кишкадера. Вообще смачно. Просто смачно. Ребят, ну что, еще, наверное, гонка другая. Горный кубок. Горный кубок. Лаванда. Мотоциклист красавчик. Так держать. А че я ржу-то? Че я ржу? Жги, 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 жги свою эту. Как она называется? Все, ребят, у него кончился горючий. Горючая кончилась у пацана. То есть мы сейчас с ебуном соревнуемся. Блин, я второй. Так, ебунка. Ебун приехал первым. Хе-хе, лучше бы ты делал свои фокусы, как ты умеешь. Давай, как ты умеешь. Не, не стал, не захотел. А надо было бы. Ты же любишь у нас там головой почесывать скалы. Да не, уже поздно ускоряться. Папа уже тут на месте. Ебум самый последний оказался.
Ну что ты, Рэй, делаешь? Ну, тебе учили вообще ускоряться или что? Или ты будешь дрозда, блин? Понятно все. Будет дрозда делать. Давай вниз лети уже, засранец. Врежься нафиг. Я второй. Я второй, ребят, ну, ничего не знаю. Жить. Ну что же, кубок скоростному спуску. Только уже в зимний период. У нас был в летнем периоде кубок по скоростному спуску, а теперь у нас в зимний период. Это что там за засыхов шелестит опять? А? Где он? Покажи мне его рожу шелестящую. Вот так вот, пускай попробует, как я сейчас сделал. Просто пол трассы пролетел. Красавчик. Рэй, красавчик. Сам себя не похвалишь, блин, ведь никто не похвалит, друзья мои. Понимаете? Никто не похвалит, никто доброго слова, блин, не скажет. Да я шучу, конечно, вы же меня засыпаете добрыми словами, особенно в комментариях. За что вам огромное, ребят, спасибо. Вот сейчас дурачка опять начал валять. Иди в трубу нам. Уже стоило папочке только немножко остановиться, уже там этот свистопляс этот летит. Блин, нафиг я так высоко подлетел. Так, вот, вот тут вот подлетай, придурок. Чего ж не подлетаешь-то, а? Даун. Так, Альби, стой, Альби. Альби, как же ты без... Как же я-то? Альби. Альби. Альби, сосальби. Все, друзья. Все. Отмучился я сегодня. Отмучился, наконец-то. Ну что, завтра попробуем взять 36 тысяч кубков. Здесь у нас что-то вообще ничего нету. Ну, я разочек прогоню. Так, в охоточку. Просто в охоточку. Смогу ли я догнать самого себя? Что это было, ребят? Это было просто... Это мужик родился не то, что там в рубашке, в пижаме. Он там родился в костюме. Он киборг, ёпрасоте. По-другому не назвать. Ой-ой-ой. Оп! Молодец. Отлично. Но он просто решил прилечь. Посмотреть на этого. Как его звать? Как его звать-то? Лося. Конечно же. Конечно же, он прилег просто посмотреть на лося. Он ему надоело ехать, и он устал и решил просто полежать. Так, я поехал, ребят. Не знаю куда, не знаю зачем, не знаю для чего, но я поехал. Нормальный был прыжок. Прям the best from west. А здесь еще... Давай я так, наверное. На тарахтелке на это поеду. Ядрить, колотить. А мы спокойно-то себе идем. Тари-тари-та-та-та-там. Нормально, мужик, поздравляю тебя с приездом. Учись у папочки. Видишь, как папа едет. Твою налево. Надо тут разгончик взять. Оп. Надеюсь, вытянет. Конечно, вытянет. Хорошо колесики крутятся у нашей машинки, да? Скорость прям офигенно. Ну, тут понятно, ребят. Так, пустынька. Ну, пустыньку я, наверное, возьму на баги, проеду. Ой, дуримар, блин. Ну, давай. Там надо было, ребята, вниз спуститься и снизу набрать скорость. Нет же, блин, туфтологию какую-то сделал. Да, непрокачанный лихач — это что-то. Ой, лихач.
выскочка. Опа, красавчик. Поздравляю с прибытием. А видишь, как папа делает? Нежно, аккуратно едет и добирается до финиша. Красавчик. Предыдущий рекорд 7300. Так, ребята, мы... Слушай, мы можем... Мы можем проиграть. Вот что тебе скажу. Они нас чуть-чуть обгоняют. Чуть-чуть. Поехали. А зачем я взял здесь багги? Это немножко странно. Да ладно, багги, блин, не справилась. Выскочка какой-то вшивый справился, а багги не вытянула. Зашибись, ребят. Ну как ты вот это будешь понимать? Да что с багги-то, блин? Я не понимаю, как она это делает вот это вот. Поехали. Давай, вниз, вниз. Нет, да куда ты, твою... Ой, дурик, а. Я ему говорю, блин, вниз, он вверх прет. Я ему вниз говорю, он вверх. Дебилизм. Да нюхни ты свои пятки, в конце концов, уже достал. Да, предыдущий рекорд 7300. Так, а подожди, а что, у нас не прибавляется, что я езжу, набиваю? Не прибавляется, получается, ребят. Зашибись. Зашибись. Ладно, друзья мои, давайте на сегодня закончим. Итак, что-то нервы не к черту. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.